Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами не Лапса. Вот, продолжаем проходить метро Last Light. Немного задержался, сорян, да. Ваш покорнейший слуга просит его простить. Ну, да ладно. Так, вторая у нас серия, да, по метро Last Light. Как бы, кто не видел первую серию прохождений, милости прошу, просим к нашему шалашу. Ага, на ютубчике есть, все. Погнали. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Я тоже на это надеюсь. Давай посмотрим. Спасибо, Артём. Да не за что, дружище. Один да вообще. За всех и все за одного, как мушкетеры. Оля, полуразложившийся труп. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Интрига зеленая. Ну да, это как бы странно. Так, подожди, а как там? А, протирать стекло не надо, вот ножи. Что такое? Что такое? Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи! Тушите там свет в тоннеле! Считай, не покойники! Есть! Думаешь? Покойники? С чего бы? Походу, монстры кем. А, ладно. Отступать некуда, позади Москвы. Подожди. Опа, подожди. Это что такое было? Ну-ка, подожди. О, этот еще и с прицелом. Меняем. Так, отлично. Подожди. А, этот громкий, блин. Не, нахрен. Мне как бы тишина дороже, поэтому давай возьмем то, что как бы было раньше. Подожди, меня там далеко не уходи. Пауки, стой! Фу. Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктор. Твою мать. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Подожди. Без него хлебнём тут. Понял. О, господи, фу. Ненавижу пауков. Стой, стой, сука. Завал. Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Возьмём, дядя. Подожди, 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 подожди. Выход. По-любому что-то есть. Далеко не это. Артём, не уходи. Да подожди ты, не торопись, ну. Пауки, говоришь, да? Хоть я давай, и Артём, ненавижу здесь этих созданий, но ладно. Давай. Вроде ничего нету, поэтому давай. Отлично. Так, подожди. Зарядочка. Угу. Ну давай. А паутины-то шагу не ступить. Что-то мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Ну, явно, да. Черт! Они уже близко! Постой, твою Артём, мать, не фу! Ой, пауки, сука! Ненавижу от пауков! Господи, фу! Пошли! Подожди. Тебя не напрягает то, что как бы вот. Ой, фу, сука. Вай. Мурашки по коже. Шахта. Подожди. Так просто туда не подняться. Подожди, говорю.
Опа. Не зря. Аптечки, противогаз. Меня там давай не пугай. Есть! Генератор в порядке. Это ты, конечно, хорошо, да, сделал. Угу. Прошу, покатаемся. Думаешь? Ну, давай покатаемся. Ну, поехали. Давай. А, давай. Ага. Походу, далеко мы не уедем на этом. Какого? Да. Что с ним? Почему встал? Не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, нам сейчас жопа будет. Предохранитель, что ли? Черт. Ой, нехорошее у меня предчувствие. Ой, нехорошее. Ну, услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Ух, твою мать! Не-не-не, не надо. Понял. Артём, их надо сжечь фонарём, пока... Я понял, понял. Подожди. Поднакачаем давай. Локов, говоришь? Люблю. Ах ты, сука, ты такая! Артём, верхний панцирь. Сюда, угу. Так-то, мразь! Спасибо. Так, спас один его. За всех. Угу. Надеюсь, что так. Подожди. Так, сюда. Стой. Сюда. Так, что-то было. Ага, патроны. Окей. Подожди, там театральная, слышишь? Осматриваем все. Берем все, что только можно. Во! Так, нет, тут слишком дохера яиц. Спокойно, спокойно, спокойно. Высоковато. Да ладно, нормально. Ну, допустим. Двинули. Револьвер с прицелом. Угу, нет. Снова они. Артём, не вижу. Не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Артём, давай сюда, подсоби. Подожди. Где, чё? Ты чём? Опа! А мне дашь, не? Айда за мной! Вагон! В вагон? Ну давай. Слышь, а ну нахер, пошли. Нахер. Сука! Да в смысле, я же поджарил его, эй. Стреляй, пока брюхо видно! Да-да-да-да, выстрелил. Еще один. А ну нахер, пошли отсюда, сука. Угу. Так, подожди, тут, скорее всего, давай, больше их подсажу. Не будет. Стой. Чекай места все. Угу. Опа. Аптечка, блин. А, я понял, фонарь. Куда? Так, куда? Стой. Сейвим нашего. Тут где-то.
Чё, куда? Давай, я подсажу! Давай. Они внутри? Да. Артём, руку! Сейчас, братан. Сейчас. Давай. Отлично. Хорош. Один за всех, помним. Ага. Ноги в руки. Ну давай. Нахрен пошел, да в смысле? Эй. Нахрен говорю, пошел. Нахрен пошел. Чуть неугомонный такой, слышь? Падаль проклятая. Еще один. Куда, чё? Готов? Да. Пошли! Давай. Хорош. Артём, ты цел? Цел, значит, будем жить. Все, погнали. Свет, бегом туда! Бегу. Чё, что, все, да? Не нравится? Но здесь они нас не тронут. Думаешь? А вот я почему-то сомневаюсь в этом. Так, подожди. Угу. Кажется, тут больше ничего нет, ладно. Пошли тогда отсюда. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Давай. Раз, два, три, ёлочка, гори! Угу. У меня как бы есть зажигалка, но ладно, ты как двинули. Бы, да, первый иди. Угу. Нахрен этих пауков, правильно. Черт! Артём, не отходи от меня! Не отхожу. А ну нахрен пошел. Нахрен тебе пошел. Нравится, тварь! Нормально живем. Свет. Давай, качай. Отлично. Стой. Нормально. Угу. Чёрта с два, тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Ну давай попробуем. Д'Артаньян, да? Уже, видимо, не один за всех, все за одного, да? Ой, не нравится мне это место. Ой, не нравится. Твою мать. Ой, сейчас будет жопа, чую. Так, подожди. Ага, значит, везет туда. Мне по-любому надо сюда. Я понял. Хорошо. Новая заметка. Супер. Потом еще почитаем заметки, видите, все. Потому что сейчас вообще не до них. Так, а ну нахрен пошел. Ага. Отлично. Спокойно. О, бежит. Чё такое, мразь? Набежали, а? Падаль проклятая. Сюда. Сука. Отлично.
Так, а этот куда скрылся? В нору? Ух, опасно. Ой, тут яиц, ёб твою богдушу. Давайте только без боссов, пожалуйста. Я вас прям очень сильно прошу. Так, тут не открыть. Понял. Угу. Отлично, есть свет. Так, а свой запитать надо? Надо. Так, там уже, походу, кто-то ждет. Че, давай пробежимся, пофиг. Ну. А, сразу говнодемонов сколько вылезло. Ну, че? Давай, 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 давай. Подходи. Не, не хочешь? Боимся света, да? Ну, понятно. Тут вот паутину тоже подожжем. Так, а вот сюда я не заходил, кстати. Отлично, отлично. Больше ничего полезного нету? У меня нету. Ну ладно. Как бы. Окей. Стоять. Аптечка. Блин, дружище, лучше бы у тебя патроны были. Или заметка. Ну что, все? О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Готов. Погнали. За мной. Как скажешь. Пашка, Павел, Павлуша. Осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Эй! Я не пропускал. Прибыль! Стой. Последний чекпоинт, да. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Угу. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. По поверхности? Наверху. Каждый шаг. И каждый вдох может стать последним. Жесть. Я понял. Ладно. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь. По поверхности. Угу. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Как скажешь. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. Ну, видимо, да. Так, подожди-ка. А где были сталкеры? Там. Черт, фильтров мало. Уйди, 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 уйди. Фу, господи. А, не могу. Ну ничего, на нашего их хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Чертова арахнофобия. Блин, пробитый, да. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Угу. Блин, а никак заменить его нельзя? Там же был недавно вот трупик с этим. А, с противогазом. Мог бы у него взять. Ну да ладно. Нечего тут рассиживаться, айда дальше. Погнали. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Даже так? Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Ну да. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Понял. Свет, как же хорошо, а. Ого! Вот это да! Слышал я про это место!
На посадку уже заходил, когда рвануло. Центр Москвы. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Да. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Странные какие-то тучи. Конечно, дождик тут нехилый. Если тут застрянем, нам крышка. Надо скорее добраться до станции. Подожди. Осматриваем все, что только можно. Ибо это метро. И тут нужно все, что только можно и нужно. Угу. Телефон. Давай на свет выбираться. Это что было? Черный? Подожди. А разве черных больше не осталось? Подожди, служебное помещение. Угу. Ой, здрасте. Пуки. До свидания. Угу. Гробовичок, да? Отлично. Подожди. А пистолет мой где? Слышишь? Пистолет мой верни. Эй! Дробовичок это, конечно, хорошо. Ага. Так. Нет, это точно не заменяем. Угу. Вот это. Блин, слушай. Почему нет четвертого слота? Блин, как тепло, а? Тихо. Так, ладно. Пофиг, если что, наверное, потом еще найдем. Надеюсь. Хотя подожди. Дробовик, ага. Хорошая штука, пригодится. Нет. Артём, стой, пригнись. Страшно. Огромная стая, видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Только тихо, если заметим нас, разорвут как птицы. Фух, пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Иди. Ладно, идём к самолёту, пока новых не набежало. Пошли! Иду. Слыхал я про это место всякое. Мол,
души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Главное, чтобы за руку никто не тяпнул. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Кого? А, походу, у него тоже видение. Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Дружище, живые-то живые, но, блин. Сам говорил, голову не теряй. Может, побыстрее как-то будем идти, нет? А, какой ты долгий, Паш. Тихо. Что такое? Еще что? Черт! Охренеть. Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Коля, падаем! Скорость какая? Скорость! Электроника вырубилась! О, господи! Андрюха, помогай! Да что же это творится? Планирую! В руки себя возьми! Да можно подняться! 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 Правый движок, Кошев, давай взлетный! Спокойно, 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 спокойно. Дышать нечем. Мама, мама! Что? Да оденьте противогаз. Жесть, конечно. Я только не понял, когда это случилось, типа. Вроде это до того, как мы ракеты пустили, так как, типа, уже тогда был конец света. Хрен знает. Странно это все. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Чёрт, демон! Срежь его! Артём, let's go направо, ага, вирус. Подожди, там далеко не уходи, блядь. Шо ж ты тупенький такой, в кого? Так. А тебе говорю, надо пытаться тут осматривать все, то есть тут может вообще любая роль сыграть. Вообще любая вещица, все. Все важно. Сюда еще надо забежать. Уже ночь. Блин. Ляха-муха. Опа. А вот сейчас ушел бы. И что это было бы? Правильно. Видал, зато чистенький. Ай-ля-ля, какой красивый.
Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа прут! Спокойно. Ох, чувствую, жопа это будет. Ты, дурачок, назад-то смотри, блин. Вход на театральную тут, за углом, побежали! Побежали, побежали, побежали. Ой, не нравится мне это. Давай сюда! Давай! Руку! Все, хорош. Скорее, сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! На! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай, 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 вниз. Скорее! Да, 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 скорее, да. Скорее, они не отстают! Отстали уже. Открывайте, скорее! Твою мать! Патроны кончились. Еще один! А у меня это закончились. У меня фильтры закончились, прикинь. Ой, жесть. Давай, 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 давай. Хорош. Успели. Аля, песиков не трожь, да пошел ты, слышишь, своими песиками. Эти песики чуть не сожрали меня. Да я охренел, блин, от такой прогулочки. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах, иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Угу. Ну, не может быть все так легко. Но все-таки песиков жалко. Да хрен. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. В проеме идти смысла нет. Да, ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Серьезно? Блин, прикольно. Песиков ему жалко. Я, блин, охренел от таких песиков. Оля, какая красавица. Сколько так наглая. Уже было? Но почему именно мы? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции. Так. Угу. От нее до полиса два шага. Да, это мы уже подумали. Мигом у своих будешь. Угу. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Ну ладно. И хорошо вам отдохнуть. Начальник спасибо. Занят, понял. Вот и наш черед. Так, или получается, нам тут сейчас и закупить можем оружие и все такое. Нет, уж лучше подождите все. Они тасы здесь найдут. Найдут. А тогда все. Все пропало. У меня по новым меркам 2 сантиметра. Здорово, ребят. Блин, даже не знаю, что тут делать-то. Типа далеко отсюда не уйти. Где прогуляться там можно? Найдут, не истери. А первую группу же пустили? Нет, вообще, да куда их пустили? 2 сантиметра. Сидят на запасном пути. Как же пути. Мы жить теперь будем? Вас хоть на да уж найдем. А, я что могу? А, может... Вот оно что. Оружейная ферма. Так. Ферма. Неплохо.
Дружище, тебя нормально? Оо. А что, так прям все плохо? В такое время даже подайте так напивается. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Ну что, да. Молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши, все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Лаки. Есть тут место лучшему Гоголь. Критику сгинувшей страны? Черт оства. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. Они мне теперь Большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. Нет, всегда так. Несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Есть искусство, почему музыка? Еще один патрончик, а? Еще один? Ну ладно. Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. Мерзко мне, мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом... А чё, нельзя выпить? Смерть. Ну ладно. И война. И что? Семеновна, руки в дух, кто-то тебя слюнки текут. Спешите, нормально, кухонька. Здрасте, бабоньки. Костя, когда вы вернулись? Когда? Где Витя? Почему сразу ко мне не зашёл? Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витёк маской на камень. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витёк. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Соболезную. Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Мы тут похоронили его там. Хорошо, место хорошее. Камней много положили. Не трогай ее, парень. Я... Пусть нет. Выплачется. Я отошел. Да, дядь Миш, покажите. Оля какой. Не упустите шанс. Ух ты, это же демон. Страшный какой, прямо настоящий. Вон крыльями, как машет. Да, нападает. Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша? Блин, хорошо у них тут. Подожди, что там? Правда, раньше были такие птицы. Прям такие, как демоны. И злые такие же. О, метро все части, ляг. 35, 33, 34. Классно. Блин, хорошо они тут живут, а? Вроде конец света, да, но, блин. Хорошо у них тут. Не знаю, прям душу греет. Здорово, мужик. Че у тебя тут есть? Подожди. Но сделано на совесть, не сомневайся. Может, мы еще из подручных. Не полезет тебе столько. Может, ухо будет. Вот этого надо закупить. Хрена, у меня там 113 патрон. Так, вот это давай я, пожалуй, продам. Окей. Вот это все у нас. Динамит. Так, зажигательная граната. Давай купим одну. Три. Вот, хватит. Это есть, все. Замечательно. Да, мужик, и тебе. Не хворать. Сталкер пожаловал. Сало простое, сало копченое. Если понадобится помощь, тряное, с поверхности там что-то тяжелое принести. Кварки. Так мы через пару дней будем готовы. Понял. И возьмем недорого. Купите-ка
Окей. Мясо на шашлык. Так, мясо. Ой, оружие, тюнинг. Так, слушай, подожди. Вот сюда вот можно мне, пожалуйста, вот это? Да. Да. Так, ремонт. Чего? Подожди. Подожди, нет. Снять цевье и приклад. А, все, понял. Так, тут тюнинг. Приклад. За 40 патронов. Окей, глушитель. Ого. Тут у нас... Тут давай, наверное, оставим вот этот. Приклад, приклад, приклад. Блин. Ага. Превращает пистолет в короткоствольный карабин. Значительно уменьшает отдачу и при выстреле увеличивает точность огня. За 40 патрон. Так. Что у меня еще там было? Вот это. Тюнинг. Ага, тоже 40 патрон. Ну да. Угу. Давай, наверное, пожалуй, вот это вот улучшим. Хотя, подожди. А, нет, тут приклада нету. Ну все тогда, да? Ну так, тут и нормально. Все. Обмен, а что можно обменять? Угу, 85 патрон. Дробовик. Фигня. Ага. Револьвер. Тоже фигня. Так, ну все. Ладно. Угу. Че, больше ничего нет? Опа. Поиграть можно. Тру-тру-тум. Тру-тум. Я, поиграть дай. Ну ладно. Яйца какие-то. А, это грибы. Не-не-не, спасибо, братан. Запрещено же везде. Я лучше пойду. Подожди, так. О, идет. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Окей. Погнали. Огненное шоу. Да погодите, кан-кан. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Конечно, проходите. Угу. Ладно, Станиславский. Ты если хочешь посмотреть тут, я тебя у гримерки подожду. Да ладно? Че? Подожди, а чё посмотреть? О, кан-кан. Тара-та-та-тара-та-та-тара-тара-тара-там. Ага. Последний отстает, смотри. Ой, засирает все. Вон там, он левый, видишь, самая крайняя. Опаздывает. Ага. Да-да-да-да-да. Понятно. Юморок понял. О, да. Что, Артём, приобщился к искусству? Да. Да, пошли. Да в смысле, видал какое? Вообще. Впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим. Здрасте. К следующему номеру. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили? Павел Игоревич. Ну как можно, Лерч? Работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе, свои есть, ей пудрить. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того, эконом. Леонида Бурова с его ручным... Зато хозяйственный. За таким не пропадешь. Ужасом нашего города. Бля, текстурка лагает. А он не зовет. Блин, только что лагало. Мы просто проверяем чувства. Во. Видишь слева? Пудра с потолка нас
Жесть. Зато деньги есть. А тебе и в баре ничего не светит. Эй, девочки, не увлекайтесь. Че у вас там? Хера себе, монстрика приручили, прикинь. Оля, какие. Ай, ладно. Ой, здрасте. Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Может, лучше пойдем в другой раз гульнем, не? Да ну, пошли. Да пошли. Подожди. О, балалаечка. Ну, дружище. Эх, ладно. Прошу, две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело! Полгода. Давай, Артём, строгнем. Ну, давай. Ух, хорошо пошла. Фига, меня торкнуло. Но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим всех. Да нормально все у вас. Стоп, тут, ну. Давай-ка еще по одной. Давайте. Ой, меня понесло, жесть. Ну, да. У нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково. Нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Ну давай. А, о чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помогу. Так что, давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Не понял. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищаю. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. А, то есть ты еще и предал, да, меня? Слушаюсь. Знал, что он, сука, непростой человек. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Угу. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Не знаю зачем, но... Пошел. Ответит он за это. Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Обернуться, да? Здравия желаю. Как ты? Вольно. Обернулся. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. Пошел ты. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила.
Сила. Иди, иди, давай. Улыбится он, идет. Мы еще поговорим за предательство. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад, рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Лесницкий. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Ах ты с... Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж... Который наши ракеты, помнишь, спер? Или какое там оружие химическое? Думаю, нам есть что предложить друг другу. Ой, сомневаюсь. В переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу. А давай не будем. Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали... Лёне давно пора учиться работе с людьми. Лёня. Вообще-то мы собирались надставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. Да пошел ты. На! Сюда. Молчишь? Получай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все попробуй. Ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. К себе пришрешь. Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш, власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять! Любят! Стоять, я сказал! Вы... Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Пулю в затылок. Хорошо. Я тебя запомнил. Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция. Ай-яй-яй-яй. Интересно. Куда же лезть-то? На мелкого напрыгнули, смотри. Черный защитил. Серьезно? Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я?
Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Подведешь, дружище, подведешь. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Спасибо. Спасибо, дружище. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Где? Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Спасибо тебе. Ой, сейчас чую, прольется кровь. Причем крови будет много. Наконец-то. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? А информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс? Мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаюсь. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Сейчас убьет? Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я? Не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после Ах ты его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Числав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Ну, попробуй. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Подожди-ка. Ага. Нормально. Допрыгаешься еще. Все? Мы за этим не пойдем. Я бы на самом деле его пришел бы. Не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления опа не встретит сопротивление. Этот потом подошел. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Угу. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии. Вот же козлы, а. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. Угу. И генеральный секретарь Москвин
до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о Черном у Павла. Теперь он моя цель. Да, вообще без проблем. Он до этого был моей целью. Твою мать. Ага. Значит, оденемся, как и они, да? Хорошо. Так, оружие все вернули. Ой, вы мои хорошие. Вы мои дорогие. Так, а перезарядиться как бы, не? Я тебя услышал. Так, кстати, взрывчатка. У нас, ага, противогаза. Отлично. Стоять. Что это было? Ящик. Так, дробовичок, да? С глушителем. Или что это у нас? Ну-ка. Да, дробовичок с глушителем. Дробовичок с глушителем. Блин, ну хрен знает. Не, давай, наверное, пока... Пока без дробовика. Побегаем с таким револьвером. Патроны, аптечки. Угу. Так, все. Подожди. Закрыто. Угу. Все, нормально. Можно выходить. Что ты для? Да не ссы. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, так, трое. Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно, главное, чтоб ещё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Что? Не понял. А чё ты не понял? Всё ж понятно. Красный провод. Ничего нету. Подожди. Блин, что-то взять же можно, нет? Подожди. В смысле? Ну можно же что-то взять. Патроны. Ага. Я, конечно, ни на что не намекаю. Но у тебя как вообще, нормально? Чем-то мне этот момент пилу напомнил. Дружище, ты как бы это, если двигаться будешь, осторожнее будь, окей? Не позавидуешь другану. Второй пост, ответьте, второй пост. Ну сколько можно, то им обход, то им на месте сиди. Иди, иди, отвечай. Второй пост, ответьте, второй пост. Да что ж, блин, такое, ну не разорваться же. Калаш. Так. Пусть отвечает. Чтоб тревогу не подняли. Второй на связи. Второй пост, доложите обстановку. А, противогаз. Отлично, фильтр. Группа 8 покинула объект по тоннелю номер 2. Принято, номер 2. Да. Продолжайте дежурство. Ну, привет. Спасибо за информацию. Я думаю, еще один. Захочешь сесть. Ничего, была лайка. Ага. Ну, поехали дальше. Так, запомним, второй туннель. Получается. Ага. Трое. Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам. Есть. Иван, стой. Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем жечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло.
Какие люди? Какие пули? Страшновато как-то. Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисто занимаются. Я тебе про обычно. До свидания. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом. Есть. Так. Ну что за жизнь? Нормально, нормально все. Так, тут один. Давай его сейчас. Ну, дождётесь меня. Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что так при смене учуют ещё. Угу. Опа. Не боюсь, не учуют. Тихо. Блин, его ножичком придется убивать, походу. Хотя... Можно пропустить, в принципе. Нет, это просто... Так, явно мне по правой стороне, я понял. Хотя тут лестница. Или это не лестница? Подожди. Тут не подняться. Так. Спокойно. Не по себе. Это ты зря. Так, подожди, а как кидать? Во. Тихо. Спалили. Ищем. Пошли. Эй, контра! Сдавайся! Гарантируем тебе штурм! По законам революции. Ага. Спалили? Спалили. Ой-ой-ой, здрасте. Блин, слепят они, конечно, знатно. Да какая... Ой, бля, ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. Называется, хотел по стелсу. Бронированный. Промазал. Ну-ка. Ты там нормально простреливаешь? Ну, так, в целом. Промазал. Угу, минус головка. Отлично. Тихо там. Угу. Да в смысле? Ой-ой-ой-ой. Да что ж ты такой бронированный-то? Дружище, будь проще, мир к тебе потянется, понимаешь? Люди станут добрее. Жизнью заживешь. Ай, здрасте. Все, по идее. Так. Ну, давай собирать. Угу, угу. Окей. Так, а где этот бронированный был? Ребят, честное слово, не хотелось убивать. Так, вот бронированный. С калашом, получается, так стрелял. Неплохо, неплохо. Опа, здрасте. Что-то... Чё-то да, как-то да. Угу. Обидно, да? Так, мне получается сюда. Угу.
Угу. А, этой страже дверь закрыта. Ну, классно. Да как? Все, испарили. Раз. Что? Раз, два, три, четыре. 5, 6. Раз. А, ну правильно, 6. Иди пока ко второму. Все? Да. Нет? Нет, не идет. А, тут еще внизу сидит. Окей. Что? Спокойно, Рыщ. Там вроде кто-то есть. Вот как? Как? Все же вес сквозняк, все же послышь. Угу. Пронесло. Так, на 4 минуты у нас есть. Стоит палит. Может, присядешь там, я не знаю. Покуришь, пойдешь, не? Блин. Да что ж ты... А, под лампочкой меня палят. Блин, а как бы мне лампочку-то это выключить? Чш. Вот он стоит. Что ли, хоть раз поймать шпиона какого? Да, зачем? Дура, а другие повышения грибут. Вообще. Что? Ну-ка, ну-ка. Подожди, 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 подожди. Сквозняк все же. Передохнуть. Так и простыть недолго. Блин, походу надо либо отключать эту лампочку по-быстрому, либо не получится по стелсу. Не знаю, давай я сейчас, конечно, попробую. Не спать. Выключай, Серег. Сказал, не спать. Щиток. Отлично. Все. Не спать. Не понял. Что это было? Тихо. Стоит он тут. Все же видно, послышалось. Да, дружище, послышалось. Так, это так стоит, да? Завалиться хочешь. Сейчас, подожди, 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 подожди. Так, это сюда смотрит, тот. Ты же, по-моему, сюда, да, палят? Блин, не получится. По-тихому. Я, короче, думал сейчас вот этого убить. Ну, тогда этот спалит. Потом этого. И этот сюда палит. И вот этого потом уже по-тихому. Ну, как-то... Да что оно так тянет-то по ногам? Спокойно. Можно сделать так? Опа. Так будет полегче, мне кажется. Хотя не особо. Вот так сдохнешь. Блин, короче, ладно, давай попробуем. Так. Ты, дружище, у нас. Вот как? Как ты меня там мог спалить? Да никто там не шевелился, ну. Успокойся. Надо того как-нибудь, что ли, вырубить. Не знаю, давай попробуй, конечно. Но вряд ли получится. Ой, ну была не была.
Сука. Но я пытался. Себе оставьте. Теряем людей! Ах ты, гад! Да, в смысле? Ваши. Да, алло. Сука бессмертный-то. Пипец. Хорошо. Так. Спокойно. Подожди. Угу. Не вижу. Так, раз, второго, третьего. Нах ты, мышка проклятая. Сейчас прикрою. Все? Живой еще, смотрю. А там еще один. Все? Угу. Так, чё, газ можно? Ну-ка, снимаем. Посмотрим. Нет, походу еще нельзя. Я понял. Противогазы все снимаем. Это более нужнее будет, чем им. Так, помним то, что второй этот. Здесь можно было пролезть, как всегда. Второй туннель. Калаш с оптикой. Так. Неплохо. А тут же два их было. Разве нет? Давай посмотрим, что там внизу. Может, нычки какие-то будут. Кто знает. Вообще изи. Так, дробовичок с глушителем и прикладом. Глушителем и прикладом. Нет. Погнали дальше. Дробовичок нам сейчас не особо нужен. Тем более против людей. Так, подожди, а куда нам нужно? Не то. Туда. Наверх. Что-то я не совсем понял. В смысле, вентиляцию? Вопрос, а как? Как бы... Ну как мне в вентиляцию-то попасть? Так, ну-ка, подождите, там выключу. Это сейчас будут авторки еще потом. Так, тут ничего, ладно. А, то есть тут вот так, да? Все, я понял. Заработал.
Так. Один. Второй. Один. Второй. Болтать сейчас будут, ну-ка. Груз по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Так, где лестница, там и груз. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потери ли там чего. Вот как? Как они спалили? Типа, что? Я реально не понимаю, как. Типа, это уже отошел. Что ты мне? Ой-ой-ой, блин, да, спалили. Отпустим, да ты вы... О. Понятно. Не получается у меня постал сыграть? Никак. Да, алё. Василий. Лежи там. Спокойно. Расслабленно. Это же хорошо, что ты пустой. Ой, врун. Пустой он, ну да, ну да. Я думаю, ты сможешь взять в плен? Не смеши. Вот этот вот ночной режим ночного зрения вообще ни о чем. Серьезно, он только мешает. У нас потери. Хорошо, давай по лестнице, как культурные люди. У нас потери. Я понял. Короче, я тебя услышал. У вас потери. Пульк. Пульк? Да, алло. Пульк, говорю. Потери у них там. Спокойно. Давай. Есть. Так, ага. Хорошо, хорошо. Ага. Так, мне туда, да? Нет. Мне не туда. Я, блин, дам вам закрыть. Охренели. Угу. Так, значит, смотри. Груз рядом с лестницей, он говорит, да, наверху? Хорошо. Сейчас, может, R уже какое-нибудь новое. Калашек, так. С прицелом и что-то там на ствол. Угу. Удлиненный ствол, скорее всего. Ну, такое. Не понял. Вот сейчас юморка вообще не понял. Типа то, что я тут всех перестрелял, это не важно, да? Ну окей. Ой-ой-ой.
Ну-ка, на. До свидания. Так, минус шлем. Все. Я, конечно, немного охренел от такого поворота событий. Типа, всех перестрелял, и все равно эти выбежали. Че? Как? Так. Так, но это не бронированный. А где бронированный? А еще раз выстрелить можешь? Или боимся? Так, динамит о птичке. Ага. Ага. Закрыто. Так. Так. Серьезно? Серьезно? Один патрон. Я тебя понял. Так, ага. Груз у лестницы. Ага. Есть лестница. Тут наверху должен быть схрон. Так. Калаш с лазером и глушаком. Лазер-глушак. Ну, в принципе. 300. 300. Глушитель, прицел, ствол. Глушитель, ствол. Да. Вот тут еще и лазер. Ну, давай попробуем, ладно. Птички, книжки. Мне интересно, а как вот в эту комнату попасть? То есть, типа, серьезно. Может, выстрелить куда-то надо? Заблочен. Чем? Как? Как он заблочил? Почему? Подожди. Медведь из сейф. Ну, блин, ну не зря же тут, правильно это? Блин, может, я что-то не прослушал. Может, еще что-то. Так, еще патрончики. Калашек. О, вот. Сейчас, может, с них ключик-то и выпадет. Для этой комнаты. Так, прицел. Блин, почему нельзя взять с одного ствола, типа, поместить на другой? Еще, еще, здрасте. Блин. Знатненько тут у вас. Все. Ну-ка, даже сейчас нет, да? Ну ладно. Угу. Угу. Тут у нас ничего. Понятно. Сейчас еще в одну дверку сбегаем. Посмотрим, что там. Если там ничего нет, значит, пойдем на выход. Куда нам нужно. Сюда вот. Нет. Ага, батарейка садится. Окей. Давай, наверное, еще... Вот эту еще одну миссию пройдем сейчас, типа. Да. И закончим, пожалуй. Ну, поехали. А, подожди, не сюда. Вот сюда. Ай, хорошо. Ну, поехали. Ту.
Твою мать! А сука. Да тихо там. То хорошо простреливать. Говорю, хорошо простреливать. Угу. Блин, а? Еще и помереть могу. Все? Попали. Ибо нехрен стрелять. Подожди, а где у них тут заход тогда? А. Так, окей. Угу, угу. Спокойно. Так, двое. Трое. Кто-то спалил. Потом Ганди по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли. Не понял. И про что там тебя пока? Что это было? Так. А раз. Что это? Твою мать! Да твою! Да, блин, близко. Выходить будем? Еще раз. Сука. Все. А ты прикинь вот это на хардкоре проходить? На этом моменте тупо слив нахрен. Если только гранаты им туда не закинуть. Чтобы они померли. Хотя по-тихому тоже их можно прищучить как-нибудь. Я думаю. Ну, Пашка, конечно, нас подставил. Неплохо. Неплохо. Слушай, подожди, а как выключить лазер? Это не то. Ага, то есть тут еще и пауки, да? Ну вот откуда он знает столько всего про пауков. Да. Ну давай противогаз наденем, хотя вряд ли, наверное. Ладно, давай снимем, пофиг. Ой, паучки, не люблю я это все. Нет ничего? Нет? Все? Там могло бы что-то быть. Ну ладно. Так. Угу. Приятного аппетита, да. Так, все, выбрались. Растяжка. А ну лежать. О-о-о. Не дрыгайся, мозги вышибу. Все. Погоди-ка.
Артём, ты что ли? А ты ещё кто? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Кузнец, серьёзно? Знает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Угу. Да, но ты влип, парень. Да вообще жесть. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Угу. Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Понял. Блин, ну, может, да, закончим тут? А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста. На таком музычке. Да, давай, пожалуй, закончим. Вот, ребят, все. Пожалуй, на этом закончим сегодняшнюю серию. Вот, кто как бы пропустил стрим, да, тот будет смотреть на ютубчике. Вот. Как бы кому понравилось, лайк, репост, там, я не знаю, все, что только можно. Да подожди ты. Короче, вот, ребят, каждый день 8 часов на Твиче стримы, проходим игры, веселимся вообще, делаем все, что только можно. Все, приходите, с вами был Нелапсы, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.